Конкурс «Я читаю и пишу стихи». Номинация «Я пишу стихи». Маркисова Маргарита, школа номер 4, 4 А класс. Стихотворение называется «В ванной спрятался паук». В ванной спрятался паук, а улитка в холле. На окне лежит пчела, просится на волю. Гусеница по стене ползает бесстрашно. Дома я сижу один, мне совсем не страшно. А паук уже в саду паутинку вяжет. Гусеница на столе восседает важно. Бьется о стекло пчела, как она несчастна. Муравей ползет к двери, мне совсем не страшно.